Всем здравствуйте! Меня зовут Кравцова Антонина Валерьевна. Я веду студию пригодного творчества в Доме культуры «Луч». И сегодня мы с вами продолжаем делать наше панно. На сегодняшнем занятии мы с вами вылепим декоративные элементы из соленого теста и поставим их сушиться. Ну что ж, давайте начинать. На сегодняшнем занятии нам с вами понадобится совсем немного соленого теста. Много можете не замешивать. Возьмем небольшой кусочек, остальное оставим в пакете, как обычно. Первым делом я сделаю, пожалуй, водоросли. Для этого мне понадобится раскатать длинную-предлинную колбаску. Катаю настолько тоненькую, насколько могу. Сколько позволяет тесто. У меня в тесте я использую крупную соль, поэтому получается так, что крупинки мне не позволяют слишком тонко раскатывать его. Вот такая вот тоненькая получается. Раскатаю сразу несколько, и потом из них уже буду составлять водоросли. Так, и вторую. И еще я сделаю небольшой выступ, на котором водоросли эти будут расти. Ну, как пригорок такой. Сделаю просто какую-то такую бесформенную достаточно лепешку. Смажу ее водичкой с одной стороны. И эту смазанную сторону уложу на краешек моего фона. Вот этот вот край чуть-чуть подберу. Беру туда наверх. Это сюда пододвину к краю. Вот таким образом заполняю, чтобы у меня начинался мой пригорочек с края. Пододвигаю везде, заполняю. Ну и могу пальцами немножечко еще формы ему задать. Можно даже сделать вот такие вот трещинки. Это у нас как бы должна быть текстура, как будто это дно. Или какой-то небольшой пригорок действительно на дне. Вот таким образом. И теперь делю мои колбаски на несколько частей разного размера все. Смазываю целиком с одной стороны колбаску водичкой. И этой стороной вниз укладываю на мой фон, чтобы колбаска хорошенько приклеилась. При этом обращу внимание, что кончик, вот этот, который наверху, надо чуть-чуть сделать более вытянутым. И можно немножечко подсплющивать колбаску, так как у нас водоросли, которые растут, ну, даже в той же реке, в принципе, водоросли мало чем отличаются. Морские от речных именно по виду своему. Так что эти водоросли, собственно говоря, именно плоской у нас формы. Так, возьму немножечко покороче еще. Смазываю и укладываю. Не забываю немножечко извивать мои водоросли, чтобы они не были ровными идеально. Тут вот слишком ровно получилось. Водоросли в воде имеют свойство извиваться, а не лежать ровно. Вот так. Посерединке сделаю более длинную колбаску. Посерединке между этими двумя, которые уже лежат. Так, укладываю. Вот таким образом. Немножечко поворачиваю ее в одну сторону, в другую, чтобы как будто у меня извивается водоросль. Смазываю границы, где она у меня заходит на мой пригорочек. Возьму теперь вот эту среднего размера. Так, ну и продолжаю укладывать. Тут у меня, видите, пузырьки идут, здесь у меня будет рыбка, я про это не забываю.
И водоросли располагаю так, чтобы у меня они рыбку как бы обходили. Но если где-то что-то будет заходить друг на дружку, ничего страшного. Посмотрим потом, как это все будет располагаться. Так, вот здесь. И последнюю с краешку. Вот таким вот образом получается. Не забываю разбить границы, чтобы их не было четко видно. Здесь вот, где водоросли переходят в мой пригорочек, я разбиваю эти границы, смазываю их пальцем и водичкой. Вот такой вот пригорочек с водорослями получается. Теперь возьмем еще немного теста и сделаем коралловый небольшой тут риф, можно сказать. Нам опять понадобятся колбаски, но теперь уже более толстенькие. Толщиной примерно с большой палец. То есть такие. Ну, у меня с мой обычный палец, с указательный. А у вас пальчики потоньше, поэтому вам нужно потолще сделать эту колбаску с толщиной с большой палец. И мы делим на несколько достаточно таких коротеньких кусочков. И располагаем вообще в любом порядке. Желательно, чтобы они располагались извилисто, так кривовато, друг из дружки выходили. Вот таким вот образом. Сейчас мы их сначала расположим. Вот тут уже их не нужно. Лучше не нужно их сминать. Пускай они остаются такими же кругленькими. Вот сюда можно. Сейчас мы расположим сначала и зададим текстуру коралловую. Вот так. Кораллы у нас имеют по большей части форму такого дерева. Сейчас я... То есть из одного большого ствола расходятся веточки в разные стороны. Как такое подводное дерево у нас получается. Ну и здесь я вот такие добавлю. Небольшие ветки моего кораллового дерева. И вот сюда, чтобы он у меня выходил как бы из края картины моей. Пока что не очень похоже на коралл, но ничего страшного. Смазываем границы. Вот здесь у меня четко очень видно ее, поэтому я ее смазываю. Можно не все, только те, которые вот так вот четко видно. Ну и теперь, собственно говоря, нам понадобится карандашик. И нужно сделать очень-очень-очень много маленьких точечек. Задаем нашему кораллу вид, собственно говоря, коралла. Вот что у нас с вами должно получиться. Ну что ж, на сегодня у меня все. Это все, что я хотела сделать в сегодняшнем занятии. Нам с вами теперь необходимо положить это все сушиться, чтобы полностью все затвердело. И на следующем занятии мы с вами закончим нашу работу, раскрасим и соединим все вместе. Спасибо вам большое за внимание. До свидания.